Ордена Елизавета также награждается специальным призом за лучшую технику. За первое место в весовой категории до 57 килограмм награждается Гордеев Ирек среди мужчин. За первое место в весовой категории до 69 килограмм награждается Хабибулин Тимур. За первое место в весовой категории до 74 килограмм награждается Курбачев Михаил. Президент, в данном бою победитель первенства Белорусского федерального округа единогласно решением судей одержал спортсмен Красного угла Ежов Глеб, Республика Татарстан. В ринг приглашается 11-я пара Ганайкин Башкортостан Пришибилович Саратовская. За первое место в весовой категории до 84 килограмм награждается Рубагаджиев Камиль. За первое место в весовой категории до 94 килограмм награждается Диастинов Алмаз. За третье место в весовой категории до 50 килограмм среди женщин награждается Кестова Ксения. За второе Ульпатова Вера. За первое Тайсова Алина. Первое место в весовой категории до 65 килограмм награждается Зорина Александра. Спасибо всем участникам и зрителям. На этом награждение раздел «Бойфайтинг» закончено. На этом поединке для технического превосходства победу получал спортсмен «Синего угла» и завоевал звание чемпиона Приволжского федерального округа.